Здравствуйте, я Ксения Серебренникова, корреспондент и мама. А вы смотрите рубрику для родителей и детей. Сегодня вам предлагаю весело и интересно погулять с ребенком на улице. Как это сделать, расскажу и покажу, чтобы не замерзнуть и было интересно. Берем мыльные пузыри. Да, на прогулку зимой мыльные пузыри. И посмотрим, что с ними будет. Сегодня на улице всего минус 4, и мыльные пузыри не застывают. А когда будет похолоднее, они будут покрываться корочкой льда и ине. Для следующей игры мы приготовили цветную воду и налили бутылочки. Будем рисовать на снегу. Держи. Пойдем рисовать на снежок лить. Еще одна игра – спасение любимого героя. Возьмем Нюшеньку, закопаем ее снегом, а ребенку вручим лопатку, чтобы он ее откапывал. Гуляйте со своими детьми при любой погоде. Правильно одевайтесь и проводите время с пользой и, конечно, с радостью. С вами была Ксения Серебренникова, Вера Марьина и снимал все это Константин Шубкин.